Всем привет, друзья! Мы продолжаем прохождение кампании в шестых героях. Сегодня мы начинаем четвертую миссию кампании Альянса Света «Поражение и Победа». Герцог Грифона Антон раскрыл заговор безликих в герцогстве Волка и вскоре оказался у запертых врат гнезда Сокола. Император Лаем был в тяжелом положении. Город окружали легионы князя Ненависти Арибана, а его собственные армии были далеко и сражались в других битвах под предводительством архангела Михаэля. Антон решил взяться за дело сам и привел воинов Грифона защищать империю от повелителей хаоса. Так, династические особенности. Исследователь, хорошо. Базовый прирост, отборный прирост, золотой трон, сюзерен, хорошо. Солдаты выполняют приказы капитана, герцоги достигают нужной цели. Сокола истекает кровью, ведь я, Арибан, князь ненависти, воитель Урхигона, отрубил ему голову. Я клянусь уничтожить всех соколов, а вместе с ними и весь мир людей. Какое злодеяние! Демоны осадили гнездо сокола, они заплатят за это кровью. Стены города крепки, они еще постоят. Сначала развернем базу. А затем в атаку! Замок не так важен, как принцесса. Семья Сокола — вот основа Священной Империи. Гнездо Сокола — всего лишь символ. На старте у нас Антон, 22 уровень, и Валеска, да, 14 уровень. Большая армия есть. По артефактам. Место считает, и мы дополнительному герою дадим.
Набор стража. Шлем стража. Плащ. Прошлую миссию я с двумя магическими артефактами бегал, чтобы больше манны было. Тут из набора регента у нас 4 артефакта. Шапочка дополнительную ману дает. Эдшлем к лидерству. Плащ магическая защита здоровья. Здесь тоже к лидерству. А бонус за 4 предмета физическая сила плюс 2 лидерства. Да? Наверное, эти магические предметы будут получше. Смотрим, что у нас за навыки. Логистика, сбор. Атака, агрессор. Двоечку давайте сразу. По максимуму. Плюс 12 атаки. Эта штука не работает, даже наоборот портит. Подкреп до третьего. Засада, тактика. Здесь героизм, наступление. Здесь рассечение и буйство. Из магии лечение. Восстановление, исцеление. Плюс 30 манны. И умение пути. Рвение плюс 1 боевому духу, плюс 3% к физическому урону. Анафема. Уязвимость врага. И больше судный час, больше урона к врагу. Это получается у нас умение репутации крови. Специализация плюс 15 к атаку с воздухе. И расовое умение на троечку у нас прокачано. Следующее будет будет существа 23% восстанавливать жизни. И Валеска у нас дана. Небольшая армия. Это маг, которого нам дали в предыдущей миссии. Который очень неоптимально для нашей тактики прокачан. Урон здесь у него только по огню. Лечения никакого нету. Так, давайте посмотрим, что в чате у нас. Хорошо. И давайте смотрим основное задание. Демон у ворот. Антон прибыл в окрестности гнезда сокола и попал прямо на поле боя. Демоны уже напали на аванпост герцогства Грифона. Активная цель — победить армию врага, осадившую город Байль-Ионга. Хорошо. Вот этот квест. Находится город прямо рядом с нами.
гнездо сокола. И Арибан, вожак. Можем использовать Валеску для сбора ресурсов за счет дракона, посоха драконьей кости, через призыв фантомных драконов. Смотрим, какое существо больше инициативы имеет. Арбалетчики. Можно часть их оставить. У Олески. Также можем ей скинуть артефакты. Которые приносят золото один, остальные прирост. Так, у Антона есть призыв фениксов. Послушниц можно убрать, они не стреляют. Очень тонкий стейк, мы ими не будем все равно оперировать. Хотел вытащить на панельку кнопочек, но мышка у меня подводит. Получился мисклик, благо, что феникс и скорость. Так бы нужно нам феникса сразу сюда вызывать. Блочить стрелков. Нам важно, чтобы рукопашники оставались возле феникса. Очарование. Добираем один отряд. Собираем Антоном ресурсы. Валеска без подбора. Она очень много ходов потратит на сбор. И я ее хочу отправить к помешанным. Они рукопашники. Она за счет магии их пробьет, соберет ресурсы, которые нам пригодятся для постройки города. 120 помешанных. Это плохо, нам бы как-то дистанцироваться от них. Чтобы они не достали до нас.
отлично, они перекрыли пароход. Какая у них инициатива? 35. У меня 45. А, следующий ход мы должны... Почему мы не первые сходили? Ладно, надо вот этих собирать. Или ускорение давать. Пять. Раз, два, чтобы не попасть под раздачу. Да, давай, наверное, ускорение пока. Уже нет необходимости убегать. В принципе, у нас аура была. Можно было ее накинуть. Пробивать не будем. Антон у нас сразу на кристалл пойдет. Тут придется хил использовать. Задавайте вопросы, я время от времени буду смотреть чат. По всем урон прошелся. Блочим стрелков сразу. Начинаем их вырезать. Мы закрыли, хорошо.
слепил нашего Феникса. Арп стреляет, отхиливается потихонечку. Еще два существа осталось восстановить. Поэтому мы сэкономим на заклинание. И только стража будем хилить. Попробую вытащить билки. 5 мисклик. И проблемы с мышкой. Не удерживает она. Нам бы просто вытащить, чтобы каждый раз в книжку не заходить. Стражи полностью захилены. Арбалетчики сейчас чуть-чуть постреляют, тоже восстановятся. Да, можно теперь забирать всех. Ресурсов пробиваем. Этот заперт, то мы с руки заберем. Скоро будет новый уровень у нас. Потратим немножко хода, чтобы приблизиться к ресурсам, а на сбор мы не тратим. Существа, у нас нет летающих существ. Вышка, обзорка. Валеска идет, будет собирать ресурсы на с дороги. Как можно раньше надо захватить город. Сможем его строить, получать доп. Ресурсы с него. Так, флаг сбора, который даст нам дополнительные очки движения. Плюс
плюс 5 шагов. Сразу адский гонщик пробиваем. Два шага туда, два обратно, плюс один. Это может по кругу побежать. Обычно фениксов 3, по-моему, призывается. А мы подобрали артефакт, который увеличивает на 20% призыв элементалей. Получили плюс одного феникса. Вышку бы неплохо, но много ходов тратить не хочется. Да, у нас очков достаточно, мы успеем забрать город. Конюшни. Десять туда, 10 обратно, 20 ходов. И плюс 5. Раз, два, три, четыре, пять. В принципе, 24 дня, 5 дней. Небольшой бонус мы получим, если сюда зайдем. Единственное, можем не забрать город. И опять же, пока мы не знаем, куда пойдем, если мы опять же здесь пойдем, то никакой выгоды нету. Апнем сейчас уровень себе. Теперь вопрос, где феникс оставить. А этот разрушитель заблокировал Лилим. Плюс нам нужно от этих рукопашников прикрыться бы неплохо. Теперь обратно свалить. Пробежали, это не очень хорошо. Четырехклеточные. Сейчас мы аурой закроемся, они к нам не пройдут. Нам надо захилиться, сейчас посмотрим.
Хватит нам выстрела? Да, хватает. Завершаем тогда бой. АПМ уровень плюс магическая сила и 20 маны. Плюс 4 перемещения. Хорошо. Плюс один физической силе и за сборку из двух плюс один здоровье. У нас все равно сборка из двух остается. Плюс 3 к перемещению лучше, чем плюс 1 к физической защите. Сразу фениксом блочим. Чуть-чуть не хватило забрать. Базовое задание выполнили, получили опыт, защиту физическую, магическую. Получаем новое задание. Дополнительное побочное задание. Подкрепление. Герцог Оленя, двоюродный брат Антона, послал подкрепление для защиты гнезда Сокола. Антон должен встретиться с войсками Оленя и узнать больше о ситуации в городе. Соединиться с армией Оленя, сапоги стража, 50 имперских арбалетчиков, 25 крестоносцев солнца. И обновилось главное задание – прорыв осады. Демоны осадили холм, на котором стоит гнездо Сокола, и к ним постоянно подходят подкрепления. Прежде чем снять осаду, необходимо занять 4 деревни вокруг холма. Активная цель – перестроить 4 деревни. Нагрудник стражи – как раз артефакт, которого нам не хватало для полного набора стража. Смотрим на карте. У нас подсветился вот этот участок. Квестовый Lord Heart – как раз очевидно задание по подкреплению. Так, что тут с чатом? Чат молчит, безмолвствует.
посмотрим, что в городе есть. Пустой. Без армии первого уровня. Валеска подберет немножко ресурсов. А нам для постройки нужны ресурсные шахты, руда и дерево. Первым делом строим зал героев. У нас есть возможность нанять одного бесплатного героя. И тут есть два варианта. Один вариант — нанять воина с хорошей экономической прокачкой. Можем строить два здания, сможем строить и получать дополнительные руда и дерево. С другой стороны, можем нанять мага, который будет способен с посохом драконьей кости пробивать нейтралов. По-хорошему нам нужно два героя. Так, по заданиям, по холмам давайте посмотрим, где эти квестовые точки. Да, одна точка там, где мы видели, это подкрепление. И остальные точки — это деревни. Под землей у нас квестов нету. Давайте первого мага возьмем. Следующий герой нам обойдется в 14 500. Сбор ресурсов ей мы возьмем. Также снижение цены на рынке. Разведку, логистику, подбор ресурсов. Как она будет биться, поэтому засаду, тактику ей берем. Остальное идем в магию. Нужен хил. Можно призыв элементаля земли. Так, медитация нужна. Можно плюс магическую силу увеличить. Опять же, нам нужно оставить очки для уроновых заклинаний.
Может быть, даже кислотное облако я бы взял. Взрыв 55, 65. 2 очка. Кислотное облако, не знаю, сколько оно будет, может пригодиться. Давайте пока хранитель тайного возьмем еще одного. Оставим 1 очко, посмотрим по ходу боя, по ходу боевки, какие ресурсы могут нам пригодиться. Так, у арбалетчика в скорость побольше. Послушный заберет, оставим. Пускай, наверное, все. 35 будут у мага. Иметь достаточно толстый стек, чтобы его сразу не убивали. И можно было восстановить. Так, она сразу идет. На шахту руды. И важный момент, нам нужен династический клинок. Да, его надо одеть. У нас игра подвисла, похоже. Сейчас перезапустим ее. Печаль, что придется ход перехаживать, там много битв. Дополнительная нагрузка от ЭБС. Такие моменты придется
сохраняться. У нас получается начало дня. Забрали. Надо восстановить. Преградить путь. Придется магию тратить.
Так, смотрим. Пикник Гейм, привет. Спасибо за донатик. Я сделал потише в самой игре, чтобы мой тихий голос было слышно. Когда идут кат-сцены, там, по-моему, звука достаточно. Дела в целом неплохо. Проблема с каким звуком? Меня слышно хорошо? Игру опять же должно быть тоже слышно хорошо. У меня на 50% уменьшена громкость, снижена. Игру вообще не слышно. Сейчас посмотрим. Напиши, пожалуйста, так лучше стало. Сейчас посмотрим, попробую разобраться с этим. Теперь есть звук.
Да, я через ABS ввожу. Такая громкость нормальная, половинчатая. Для меня все впервые, поэтому потихонечку учимся. Приобретаем новые навыки. Антон, мы спасены! Ура! Герцог Оленя скоро прибудет. Я буду рад увидеться с кузеном. А демонов здесь хватит на всех. Закрыли задание. Дополнительное задание побочное подкрепление. Герцог Оленя, двоюродный брат Антона, послал подкрепление для защиты гнезда сокола. Антон должен встретиться с войсками оленей и узнать больше о ситуации в городе. Это мы уже смотрели, он здесь. И главная задача – прорыв осады. Демоны осадили холм, на котором стоит гнездо сокола, и к ним постоянно подходят подкрепления. Прежде чем снять осаду, необходимо занять 4 деревни вокруг холма. И опять же, мы определили, что вот эти объекты здесь. Да-да-да, ты прав. Для этого вы нужны. Подскажите, кстати, быстрый сейв в игре. Через какие клавиши здесь идет? Так, мы уже определили, что строим зал героев. Покупаем мага. Кстати, немножко по-другому прокачать. Я видел, что маловато. Маловато статов. Вот эти вот можно не брать. Мы сейчас убежим и не будем в городе заниматься стройкой. Разведку все-таки мы возьмем. СП, медитация, хил, урон. Можно здесь лечение взять. Пока два
Оставим слота, посмотрим по ходу, что нам, чего нам не хватает. В прошлый раз нам хватило, по-моему, ходов, чтобы добежать. Ладно. Забираем у Алиски клинок. F5, быстрый сейф. Попробуем. Так, Антон у нас пойдет вниз, я думаю. Есть возможность быстрого захвата городов. Быстрый сейф работает. Завершили мы ход. Смотрю, на переходе хода у нас два противника. На гвардейцев тебе золотишко подкину, Д. Еще 100 рублей от Picnic Games. Спасибо большое. На гвардейцев будем строить. Сколько нам на доп героя, по-моему, 13 или 14 500 нужно, да? 14 500. Хочется взять еще одного героя. Думаю, что сейчас нам золото это позволит. Опять же, герой не просто герой, еще армия это. Завтра.
тобой, пробивает маг наш. Опять же на автобое. Единственное, что надо следить за манной. Четырехклеточная. Закроемся фантомом. Через медитацию восстановим ману. Магическая физическая защита. Берем шахту, потом идем форт контроля, забираем. Без маны остались практически. Плащ Силаны, защита от магии земли получается. Чем здесь сожжем серверов. Вернулся, странно. Стрелка забираем. Семьдесят пять разрушителей. Четырехклеточная, мы здесь феникса поставим и все.
надо стража отодвигать, он поглощает часть урона и получает тем самым урон сам. Клетка свободная, может пробежать, наверное. Пытаемся выхлиться. Хорошо. Последний раз в кино был. На новогодние каникулы ходили на сейчас скажу, как назывался фильм. Ладно, вспомню, скажу так. Есть деньги, можем купить еще одного героя. Давайте. Герой силы. Он будет у нас чисто по экономике. Строим рынок, наверное, сразу плюс 500 золотых. И можем еще что-нибудь построить. Нам нужно еще немножко денег. Для этого. На холопа ходили мы, точно, вспомнил. Так,
смотрим местоположение. Ближайший город вот сюда. Тут у нас статы и сундуки, которые нам позволят построиться. Золотое яйцо. Здесь тоже у нас есть золото. Закроем, чтобы арбалетчиков не доставал. С руки надо их бить. Четыре, четыре. Арбалетчики сами отхилятся. А этих будем через магию, поэтому их не жалко. Следим, чтобы арбалетчики полностью захилились. Не спешим пока убивать. Стреляем по тем, у кого меньше защиты, больше урона можем нанести. Еще один выстрел. Кстати, могли бы сразу атаку замаксить и разобраться. Еще 2000, хорошо. Используем мобилку. Зодчий. Строим еще одно здание. Что же нам построить? Армию или уровень города?
наверное, нужно армию ставить. Жалко, что я собираюсь убегать. И мы потом не сможем в таком же темпе строиться. Но выход не очень приятно. Может кто-то прибежать к нам. Вход под земку видим. Сюда нам под 45 градусов надо вниз двигаться. Антон, Лайам мертв, а половина армии разбежалась. Рано или поздно замок падет под огнем демонов. Нам нужно напасть на них. Их больше. Мы можем ударить по ним, но их не разобьем. Герцог Антон принял мудрое решение. Госпожа Джезебет, если Гвендолин умрет, то линия соколов прервется. Вы поклялись защитить ее. Лайм послал меня спасать вас, пока вы с ангелами делали чай для нагов. Если бы вы исполнили свой долг, я бы сейчас была подле принцессы, там, где мое место. Прекратите ругань. Надо придумать, как вытащить Гвендолин из замка. Тоннель не сверху, но снизу, под землей. Стойте, есть тайный путь. Тоннели? Это рискованно, но я могу вас туда отвезти. Новое задание, пророчество. Главное задание. Согласно древним пророчествам, мир людей падет, если род соколов прервется. После смерти Лайма в роду остается только его племянница Гвендолин. Нужно спасти молодую императрицу. Спуститься в туннели под гнездом сокола. Альянс ангелов. Награда. Ну, очевидно, это как раз... Через это подземелье мы можем это сделать. Разведчик подвозит армию. Делает небольшой засвет. Немножко Розалия не достает. Давайте на волков нападем, чтобы ману установить. Хорошая защита. Четыре клетки. Закрываемся. Медитация.
и с манной пополненной мы следующий ход форт контроля заберем. Так, Валеска у нас где-то долго ходит. Можно ей тоже, кстати, раз она уже возле ресурсов, их подобрать. Не хватает тактики. Сот хп. Эти 30 на 30, да, 900 хп. А, эти просто потоньше. Скор инициатива этих по 35. Скорость 5. Как нам выжить в этих условиях? Ускорение дать, потом ударить стрелкой и выбежать. Так, если только попробовать. А, у нас же иммунка есть. Хорошо, какую-то пользу принесла.
6 скорость, если мы паутиной на 2 все равно достанет. Можно Феникса вызову, он будет бить моих живых, да? Есть вариант. Какая скорость здесь у них? 45 инициатива, да? Феникса не помню. Можем сейчас Феникса, следующий ход. Призыв подкрепления. Wait. Феникса прижимаемся. Если бы у нас был первый ход, мы могли бы подкреп кинуть, и тут было больше существ, и мы тогда бы никого не потеряли. Хватит ли нам захилиться? Не хватило одного. Хода. Убивает сразу второй ход, получает плюс боевой дух. Причем он нейтральный. Золотая шахта, неплохо. Будем мы золотую шахту брать? Наверное, будем. То есть мы будем город, потом золотую шахту и потом обратно бежать, да? Нам выгоднее сразу в золотую зайти, потом город взять. Не достает, то достает, надо отдавать, наверное. И бежим обратно.
пока что wait. Вернулся, хорошо. Тут либо подкреп, либо максимизация урона. Феникса надо, чтобы хотя бы половина армии к нам не прибежала. Тридцатка. Смотрю, какие самые уроновые стеки. Да, вот это самый здоровый получается. Защита. Три, пять, мало очень. Лилим агрится на Феникса, но уже одного сожрали. Отражение боли, да, мы сами себя бьем, получается. Минус 11, минус 14. Скоро сожрут Феникса. Сюда защита.
11. Так, закрываем. Здесь. Следующий ход. Хил будет доступен. Нет, мы, наверное, не успеем настрелять такого урона. Уже начинаются проблемы у нас по боям. Нет, еще героя противника не было. Библиотека тайн. Здесь проход. Здесь еще одна зона. Здесь другая зона. Пустой город тоже. Первую деревню мы перестроили. Пикник Геймс, спокойной ночи, запись будет. Двадцать грифонов. Сейчас разведчик пойдет в эту зону, посмотрит, что здесь. Тебе, наверное, надо идти сюда, раз мы выполним задание на соединение, нам дадут приличные армии. Четыре цепная молния забирает. Артефакт не передал. Снять артефакт с Валески. Пробуем.
короче. Пять штук они будут долго разбивать. Пошел назад. Сейчас захилим просто арбалетчиков и будем уже с руки разбивать их. Забрали форт. Забрали форт. 14 тысяч у нас денег. 16 тысяч, вернее, денег. Можем строиться. Раз, два, три. Три постройки у нас еще есть. Семь тысяч поступления. Циклопы. Стрелок, остальные не стрелки. Фениксом блочим.
Опять запречная атака. Достать, чтобы получать только от двоих. Хотя нет, тут они все равно достают. Затыкали. Обидно, чуть-чуть не хватает. Подземку пробиваем, наверное, пробиваем проход, смотреть нужно. Карта, в принципе, очень большая. Погибнем мы сразу. А, они без ответки еще прилетают. Сейчас они все равно могут ударить всем. Если захотят. Еще улетают. 9. Остался уже хорошо, можем сейчас перекрыться. Сразу хил нужно. Надо, давайте сначала уменьшим количество существ этих. Хорошо. Не будем убивать, открываться.
35 фул ХП. Они замуровали тоннели. Надо захватить их города, тогда путь откроется. Новая подзадача в задаче пророчества. Захватить, перестроить подземные укрепления демонопоклонников. Подземное укрепление, но очевидно где-то здесь какие-то зоны. Так, постройки мы построили. День у нас. Тут уже красненькие. Возможно, армия противника, и там же не сложнее. Сюда вот. Да, здесь был город нейтральный, здесь город противника, но у нас нам желательно до конца недели захватить. -2, хорошо. -13.
будет быстрее? Или здесь нет дороги? Да, вот сюда вот. Не на шторм. Здесь вход у него. Еще 2 единицы перемещения, но поэтому теряем много очков. Строим одно строение. Строим второе строение. В стартовом городе строим тоже базовую армию. Можем купить, кстати, еще одного героя. Гнездо Сокола. Столица Священной Империи. Ты гордый город, чьи стены ни разу не пали перед врагами. Держись! Немножко в разведку пробежались. Закрылись от 4-клеточных. Здесь у нас проблем не будет. Но он мне что, продул, что ли, да? Насквозь. Дополнительные ресурсы для стройки. Мне нужен герой силы с кем-нибудь полезным. Чтобы ему экономику вкачать и построить еще одно строение.
Плюс у нас потом пойдет разведывать правую сторону. Еще один форт контроля. Следующий ход он возвращается в город, ведет строительство. Здесь, похоже, пройти нельзя, да? То есть только через мост, где мы прошли. Хорошо, завершаем ход. Дальше пройду вперед. Да, мы не можем пройти. Вот эти артефакты мне, в принципе, не нужны. Единственное, мне могут помочь ресурсы понадобятся. Делаем чуть поменьше. Стало слишком заморочено. Вот эти сундучки мы заберем. Цепнуху, правда, после медитации. Давайте призыв.
здесь медитация. Надо идти через Орду вот сюда, в этот форт. Валеска соберет. Лучников отдадим и здесь тоже подберем. 15 тысяч у нас. Специальные постройки Альянса воскрешать. Ну, два строения. Хорошо. Грифоны как-то я не полюбил их. В малом количестве они не пригождаются. Так, не хватает нам дерева. Руда, в принципе, тоже завершается. Умением 2 единицы дерева. Давайте ставим рынок. Теперь мы Зодчий 2 и построим что-нибудь. Часовню света. 5-5 нужно. За счет того, что мы построили доп. Рынок, у нас курс выгоднее обмена. Хорошо. Печаль, 27 уровень героя. Он нас вполне может наказать. Полагаю, что нам нужно на соединение идти, то есть мы ход зря потратили, мы сейчас бы по бездорожью уже были там.
группа, группа мала, орда. Давайте попробуем напасть, но я думаю, что это такая идея не очень. Два можно было возле них поставить. Еще один форт контроля. Всякие зоны интересные. Алиска собирает ресурсы.
Азалия пойдет новую зону захватывать. Валеска немножко разведкой займется. Наверное, эти скриптованный герой за мной не побежит. Возьмем форт контроля, чтобы можно было потом в эту точку возвращаться. Одиннадцать. Все очень сложно здесь. Урон такой значительный. Загрызут. Еще 3000 урона эти ковырять. Нужно, чтобы они вернулись. Подкреп на стрелков. Thank you.
безупречная атака. Сейчас будет хорошо меня дамажить. Оставим прародительницу, чтобы отхилиться нормально. Саданул своему. Пятьдесят пять. Так, что тут за существа можно нанять? Чем закрываемся от четырехклеточных. Забежит сюда. Можно подкрепкинуть, можно замедлить вот этих двух существ. Семь, он все равно сюда влетит. Подкреп сюда. Уменьшаем это.
пока мои все живые. Бросаем иммун, снимаем ответку. Подождем, пускай родительницы походят. Реликвия, прирост золота в каждом городе плюс 10%, набор регента. У нас почти все есть, плюс 10% к золоту, неплохо. Сразу. Это надо помощнику какой-нибудь одевать. Выше здесь нельзя, да? Получается. И армия здесь ограничена по постройке. Раз в неделю можно кусочек карты открывать. Это хорошо. Разведку делать. Начнем с основного города. Можно улучшать, начинать экономику, да, первым делом экономику. У нас начало недели, нам мы успеем построиться. Ну вот, мы можем воскрешать. Опять же, после битвы с воинами. Там будет... вероятно, полезным. Может быть, и нет смысла лучше сейчас тратить ресурсы в начале недели. Ведем разведчика. Розалия будет здесь пробиваться туда-сюда. Здесь, здесь. Нужен ли тут разведчик? Она сама как разведчик. Может быть, лучше его в подземку отправить.
Ладно, пока пускай остается. Нам нужно немножко застроить город. Пять, четыре. Демоны, они здесь. Мы их знаем. Их можно победить. Инициатива. Но урон все равно же передается. Выполнили задание на подкрепление, получили армию, кроме того, получили город, я так понимаю. Здесь выстроена основа. Даже при такой армии высокая опасность. Базовый портал есть. Так, ну мы уже сколько играем? Уже достаточно много. Почти 3 часа идет трансляция. Давайте на этом мы и завершим. И продолжим в следующий раз уже. Спасибо, кто присутствовал на стриме. Спасибо Picnic Games за поддержку. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Увидимся в следующий раз. Всем пока.